в этом принципе. А сейчас мы устроим супер фонтанчик. Здесь так круто, а я дома сижу. Всем привет! Наконец-то уже солнышко засветило. И на улице стало довольно тепло. Но правда не так тепло, градусов 15 сейчас. Но это не помешает нам сегодня построить дома аквапарк. Точнее, на улице, а то я уже привыкла всю зиму говорить «Дома!» «Дома, аквапарк!» А знаете, ребята, почему я стою около этого прицепа? Кто догадался, быстренько пишите. Точнее, куда вы будете писать, комментарии все равно отключены на нашем канале. Не могу понять, почему YouTube отключил на всех каналах комментарии? Может, вы знаете, пишите. Тьфу, какое пишите? Я не знаю, как вы будете объяснять. Сегодня, ребята, у нас аквапарк будет в этом прицепе. Да, ребята, гигантский бассейн в гигантском прицепе. Правда, там какие-то палочки есть? О, ребята, вы только посмотрите на это. Я не знаю, что тут произошло, но точно какой-то хаос. Может, тут бомжи какие-то поселились? Да, и как я в этом буду делать бассейн? Ладно, есть у меня одна идейка. Так, что-то я разговорилась. Ребята, в общем, какой у нас получится аквапарк, смотрите в этом видео. Смотрите, друзья, мы с нашего прицепа сняли каркас и полностью его помыли. Мы будем делать аквапарк. Вы хоть поняли, что он сказал? Он сказал, мы будем делать аквапарк. Ну, а если Сёма сказал, значит, будем делать. Ага. Да, будем. Для начала нам надо припарковать прицеп на место. Приехали! Вот где-то здесь мы будем строить аквапарк. Семён, убирай свою машину! Для начала нам надо обмотать прицеп пленкой. Сёма, тяни пленку! Молодец, давай. Так, пленочка порезана, сейчас я натягиваю на прицеп. Ребята, у этого бассейна есть гигантские плюсище. Если он у нас опять потечет, рухнет, ну, точнее, устроим потоп, то некого будет затопить и не нужно будет убирать. А цветочкам будет хорошо. Мы уложили пленочку, а теперь надо ее обмотать скотчем. Ну вот и все, мы все проверили, подача воды есть. Осталось дело за малым. Соня, врубай воду. Иду, врубай. Отлично, Соня, пошла вода. О, бассейн. Ну а пока наполняется наш бассейн, мы пошли за всякими прибамбасами. Для начала мы в наш аквапарк поставим гигантскую горку. Вот какая она гигантская. Ребята, вы не представляете, какая она большая. И воды уже нормально набралось. Так что скоро уже будем купаться. А сейчас идем брать всякие безделушки, потому что у нас сегодня будет полный безделом. Безделом. Полный беспредел. Сёмыч, иди выбирай, что ты будешь брать в бассейн. Для начала мы берем вот эти шапочки. Красиво. Потом мы берем вот такие ласты. Берем вот такой круг для Семёна, он грязный. Ребята, смотрите, что я нашла. Клопаем ладошки. Сёма, смотри, что я для тебя нашла. А ты мои. Барабан. Сёмыч, смотри, что у нас сегодня будет. Ребята, у нас все готово. Посмотрите, сколько у нас воды. Хорошо, что он стоит на улице, а не дома. А то кап-кап и весь бы дом затопили бы. Женя, у нас все готово. Мы залазим. Давай, лезь. Теплая погода, а сейчас какой-то ветер и солнышко где-то за облаками. Но все равно, это крутой аквапарк. Только не могу. Панушку, панушку. Все, мы с тобой как в банке.
сегодня. А сейчас мы строим супер фонтанчик. Друзья, мы налились до кипяточка, и тут стало гораздо теплее. Да. А сейчас мы строим темную движуху. Вот еще. Все, мне кажется, эта штука мешает, но не привыкла. А я хочу, чтобы быстрее пришло лето, и чтобы мы построили гигантский аквапарк. Ребята, а вы поставили лайк на наш весенний аквапарк? Я только что треногу нашу обрызгала. Эти все мокрые, она в треногу. Ура! Ура! А, не могу выпадаться! Простите, я залезу, но мне как всегда ничего не достанется. Девчонки, чего привет? А если вы хотите, чтобы мы в следующий раз вам передали привет, то ставьте лайки. Ребят, у меня лицо просто холоднющее. Все, молодцы. У все мы новый язык. Ребята, ребята, очень классно! Мои ноги! О, ребят, смотрите, если у вас чешется голова, почешите ее. Чесалка. Да. Вот такой, ребята, у нас был крутой домашний аквапарк. Точнее, уличный. Я надеюсь, что он вам понравился, поэтому ставьте срочно лайки. Лайки. Ведь мы не зря тут плюс 15 вышли в бассейн. С температурами. Ой, как хорошо, что все уже ушли. И можно поплавать спокойно. И Сёмычем поиграть. Сёма, как тебя зовут? А сколько тебе годиков? Три. Да, а всегда сколько? 29 апреля будет 12. Ребята, у кого день рождения в апреле, ставьте лайк. Всем пока!